Он родился и учился на Камчатке. Окончил Московский литературный институт имени Горького. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Камчатский комсомолец», «Камчатская правда», «Вести». Талантливый писатель и журналист, успешный медиаменеджер и предприниматель, мудрый наставник и учитель, уважаемый, честный, очень скромный человек. И это все вот об этом человеке. Высшая награда Камчатского профессионального сообщества, премия «Журналистская слава Камчатки» вручается Владимиру Ильичу Лиму. Большое всем спасибо. Очень приятно.